Здравствуйте, дорогие зрители! Героем Блиц-обзора станет статуя Железного Человека Mark 45 в формате 1:6 от компании Котобукия по фильму «Мстители. Эра Альтрона». Как всегда, качество исполнения превосходное. Думаю, тут и говорить особо нечего. В этом костюме мы могли видеть Тони Старка во второй половине фильма, когда ему с остальными мстителями пришлось противостоять полчищам автономных копий Альтрона с прайм-версией во главе. Технологический костюм превосходит как 43-й, так и 44-й марки. Добавлен усиленный энергетический щит, позволяющий пережить сильнейшие взрывы. Броня позволяет поднимать различные тяжелые предметы, вроде автомобилей, частей зданий и даже транспортер щита, весящий под 200 тонн. В качестве вооружения репульсоры, лазеры в наручах, ракеты на плечах, в груди, которыми, кстати, Тони так и не воспользовался, и унилуч. Для активации функции подсветки потребуется соединить руку в плече, вынуть небольшую заглушку и переключить скрывающийся под ней тумблер. Аксессуар – подставка с логотипом Эры Альтрона. В отличие от той, что была 43-й, это имеет поврежденный вид.